Школа в Майнкрафте. Что опять это за фигня? Вперед! На соревнования! И еще соревнования, подождите, я еще не зашел даже в школу, только пришел. Вы что, уже готовы идти всех это, ну, играть? Соревнования против школы номер 13! Нет, пожалуйста, не стреляй, сейчас крыша упадет, вы все сдохнете. Мы их уделаем! Оле, 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 оле! Школа номер 666, вперед! Пожалуйста, успокойтесь, директ Магомед, не стреляй! Все, я все понял, мы идем на соревнования, хорошо, мячик берите и вперед! Раз, два, три, все понятно, уже Света умерла. Аккуратненько, дорогу переходим, чтобы машина не сбила, директор, вам уже 74 тысячи лет, вас убьет даже муха, так что осторожней, пожалуйста, господи. Давайте, 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 ребята, смотрите, там уже все сидят, даже директриса уже пришла. Здрасте, здрасте, директриса! Ох, нифига себе у вас команда. А почему у вас 3 человека, мы договаривались на 4, по 4 человека в команде? Опа, здрасте, у нас один лошпед заболел. В смысле у вас лошпед заболел? Так, извините меня, директор, вы видите вообще, что... Я походу вообще по барабану. Ты чё, мужик? Чё, чё, ну я мужик. Магомед, я же мужик. Сейчас проверим. Так, так, Магомед, я вообще-то нужно было просто сказать, да, все, встань сзади, сейчас с ним поговорю. О, может, и преподы тоже играть будут, че не? В смысле, то есть, ну, и я, и вы тоже будете играть? А как тогда, нас тогда 5 человек в команде будет, а вас 4? Ну, берите какую-нибудь девчонку. Какую девчонку? Вот ее. Света, такое дело, ну мы иначе вообще не поиграем. В смысле, а почему я? Может, Анжелику? Я не девочка. Ну да, да, кстати, вот Света, Лика, Анжелика даже она и не девочка. Я хлебобулочное изделие с огурцом. Вот видишь, Света, я тебе вот говорил, так что, Свет, давай ты проходи, садись на трибуну, будешь за нас болеть, как самая настоящая старостоклассница. Давай, давай, пошла. Так, ну все, мы вроде как готовы, наша команда такая, Магомед, лучший из лучших, футболист номер один вообще в Таджикистане. Мстислав, просто охрененный челик в очочках, и, конечно же, Анжелика, хлебобулочное изделие, все, я ставлю мяч, мы готовы. Не понял, мы готовы играть. Так, 5-минутная готовность должна быть. Какая еще 5-минутная готовность? Все, мы уже готовы, играем, давай, оп-оп-оп. Мы за мной идут. Ладно, ладно, 5-минутная готовность. Короче, пошлите, пока обсудим, как будем играть. Я тут все-таки с вами буду играть. Короче, нам нужно определиться, кто где будет. Кто будет на воротах, кто будет там вообще, ну, в поле, кто нападающий. Я пойду бить мячим в лицо. Магомед, я в тебе даже и не сомневался. Но нам нужно решить, кто будет на воротах стоять. Если я буду стоять на воротах, то мы точно проиграем, потому что вы в поле-то хуже. Хуже, чем я, играете. Ну, кроме Магомеда, естественно. Пусть она идет! Ладно, ладно, подожди, только не бей ее. Нам нужен командный дух соблюдать, Анжелика, ты не веди. Да все, 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 Магомед, мы с тобой в одной команде. Подожди, спокойно. Да что, какой ты... Так, Анжелика, держи тебе перчатки тогда футбольные. И становись на ворота, будешь отбивать мячи. Все, не бейте друг друга, хватит, Мстислав. Мы с тобой в полузащите. Магомед нападение. Магомед, если что, ломаем лицо. Ну, вот может. Нет, так, так лучше не надо, то нас это, ну, исключат из соревнований. Я буду ловить их, как самые прекрасные пельмени в моей жизни. Вот так и ловите мячи. Так, давай, Анжелика, проверочный удар. Анжелика готова и... Опа! Ну... Ты, конечно, да. Поймала! Нифига ты, конечно, Анжелика. Но если вот так будешь ловить, то мы точно проиграем. Все, сосредоточились. Мы команда, мы лучше. Школа 666, победи школу номер 13. Да! Кто это вообще там сидит? Да-да-да, во! Ну чё, школа номер 13, мы вам сейчас покажем. 12 номер, Евгений, это я, если что. 3, 2, 1, так, выводим, вывожу мяч. Так-так-так, подожди, подожди, Магомед, сейчас я Лике дам пас, тактическое отступление. Опа, Лика, лови, лови, лови. Я поймала. Так, теперь возврат... Гол! Ура! Лика, ты... Да, все, 1-0, хорошо. Лика, ты понимаешь, я тебе вот еще раз объясняю. Вот убери эту штуку. Это наши ворота. Нам нельзя, чтобы мячик, вот пельмень, попал в наши ворота. Нам нужно в их ворота, понимаешь? Тебе не нужно сюда кидать, тебе нужно туда кидать, поняла? Какая разница? Ну ты представь, что это твой рот, а это рот какого-нибудь Магомеда. Вот тебе нужно пельмени в свой рот или в рот Магомеда сувать? В свой. Блин, точно. По-другому, тогда вот там вот твой рот, а это рот Магомеда, поняла? А почему он так далеко от меня? Ну, Джилика, ну тут вот такой вот странный вообще спорт, футбол. Я сам не знаю, почему так.
Обвожу, обвожу, Магомед, Магомед, давай, если получишь мяч, пасуй, только не дерись. Давай, 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 Магомед, Магомед, давай, проходи, обводи, обводи. Ну, бей, бей, Мстислав. Сейчас, сейчас, я заберу мяч, я заберу. Анжелика, если что, будь наготове. Выпинываю, кто-нибудь принимайте. Ну, Магомед, ну уже лови, ты все там улетело, ну за ворота, сейчас она возьмет в руки. Так, принимаю. Блин, Анжелика, тут тебе летит мячик. Так, не дай залететь в рот Магомеду пельмень. Не дай это ему это сделать. Ой, как опасно, из этих очков еще ни хрена не вижу, вот это был очень опасный удар, что-то вообще в другой двор не улетел мячик, все, обгоняю, и удар! Мячик улетел в другой двор. Слышите вы чуть Магомеду ногу не сломали, поэтому мы теперь бьем штрафной. Давай, Магомед, только не с ружья бей им штрафной, а с ноги вот так вот, давай, 3, 2, 1, погнал, полетел! Слушай, Магомед, это было очень близко, но мяч в игре, принимаю. Блин. Нужно выпнуть его срочно, бей, давай, Магомед, пника, что есть мочи, вперед, ворота, хорошо, это гол, школа 6-6-6, красава, Магомед, ты просто лучший. Что там Анжелика на воротах сидит? Анжелика, ты должна быть все время наготове, мяч может прилететь к нам тоже. Ужас, набегалась. Да, ты там набегалась от ворот до ворот. Они сейчас будут уже мяч уводить, все, ребята, собрались, нормально, счет 1-1, мы сможем, мы справимся. Опасный момент, это опасный, но отберите же у нее мяч! Ну не так же ты отбери мяч, Магомед, ну что ты... Пенальти! Ну какое пенальти? Это, ну, это не пенальти, это... По правилам тут должно быть пенальти. Ладно, все успокоились. Пенальти, хорошо. Анжелика, сосредоточься, это всего лишь пенальти. Такое бывает в футболе. Слови, если словишь мяч, ты вытащишь нашу всю команду. Промахнись! Ну почему ты легла, Анжелика? Зачем ты уворачиваешься? Я же тебе говорил, это пельмени, это рот Магомеда. Магомед, будь готов. Если что, я выкинул мяч и сразу бери. Офигеть, это было так близко. И удар! Блин, кто-то головой прям отбил. Анжелика, выпни мяч. Если сейчас нам забьют, то все это... О, молодец, какая Анжелика, ё-моё, что она творит? Давай, Магомед, пасуй! Так же ты сильно пасуй, куда ты пасуешь? Анжелика, лови. Молодец, что творит эта Анжелика? Давай, выпинывай подальше сразу. Опа, прям во вражеские ворота сразу. Почти. А, залетело? Это гол! Это гол! 2-2! Ребята, решающий мяч. Все, они выпнули. Давай, Мстислав, отбивай. Все, я стою просто в защите. Я буду защищать. Давайте, ребятки, осторожненько. Ой, как опасно, Анжелика. Будь всегда наготове. Мстислав, выбивай нафиг этот мяч куда-нибудь, вообще в жопу. Гаси, если мы сейчас еще и забьем, если мы победим, капец, там мяч вообще улетел куда-то. Ну быстрее, кто-нибудь остановите мяч. Все, это конец. Школа номер 13-3, школа 6-6-6-2. Мы проиграли, ребята. Ну, я думаю, что переживать не стоит. Мы сражались как могли. Мы были львами, просто тиграми. Но, к сожалению, оказались слабее. Лошара, я же говорил, что мы победим. Ха-ха-ха, лоспедосы. Вы еще будете издеваться, да? Ладно, ребята, Стоять, блин! Мага, ты что делаешь? Мага, ты тут аккуратно... Ребят, я, конечно, вас такого... Все, мы победили! Ура! Победили! Ребят, давайте мы пойдем в нашу школу. Тут просто директор это все видела. Может, она отвернулась, в принципе, наверное, она и не увидела. Поэтому давайте-ка мы лучше пойдем. Мы победили! Ура! Ура! Оле! Оле! Школа 666! Вперед! А вы точно победили? Да, Магомед, ну подтверди, мы же вообще там всех уделали, 3-0 выиграли, ну вы чё, вы там просто уснули, видимо, все просмотрели, ну подтвердите, ребята. Да, точно, мы же убили пельмень в свой рот. Анжелика, ты вот лучше такое не говори, директор может что-нибудь неправильно понять. Директор, я надеюсь, что мне за это будет большая зарплата, пойдемте, давайте уже в школу дойдем, и я пойду домой отдыхать, в подушку.
в зимнюю спячку, как медведь. А ты это, не забудь лайк поставить, потому что как только лайк поставишь, новая серия симулятора учителя будет. Или не будет, я не знаю. Все, давайте, пока, ребята, там идите в школу, проходите. А че вы ко мне-то пришли? Все, я уже все, что мог, я все сделал. Подписывайся на канал и тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Пока!